Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня я бы хотел вам показать редких гибридов, надо просто вспомнить, кто тут редкий вообще. Я помню, что Диплотатор, да, Пахицератопс еще, да, Карнораптор и, ну, Дагозавр. Все, что ли? Ну что ж, ладно. Начнем, я думаю, с нового животного, которое сравнительно недавно добавили. Это гибрид Нундагозавр. Только, к сожалению, я уже не помню, из кого его делают. Помню, что Нундазух, а вот кто второй, я что-то не припоминаю. Сейчас я быстренько посмотрю, чтобы не ошибаться, чтобы мне потом... Ага, ну Дазух это Дзангозавр, ну да, надо было подумать немножко, вспомнил бы. То есть он наполовину крокодиломорфная рептилия и наполовину стегозавра какой-то. Ну вот как видно, на хвосте у него шипы такие, как у Дзангозавра, только в уменьшенном варианте, на 40 уровне. А от Нундазуха у него, значит, вот эти костные пластины. И шипы. Ну вот, которые по бокам шипы, они скорее это Нундазуха. А вот которые вот прям такие вот идут вдоль спины, это скорее всего наследие стегозавров. Голова... Блин, это как-то скрещено наполовину крокодил, наполовину стегозавр. Что-то вот такое получилось. Два больших шипа на кончике морды, над глазами еще куча за глазами. Ну вот как-то так вот он выглядит. Ну да, а злится все-таки как Нундазух. Ну давайте покормим. У него как бы клюв, но при этом он все равно питается рыбой. Как по мне, это странно. Давай-давай-давай, ах ты козел, козел, вообще нечестно. Все знаете, наверное, мы не успеем. Ну, я не хочу длинное видео делать. Пожалуй, мы сегодня одного Нундагозавра посмотрим, а остальных гибридов тогда потом. Просто сейчас по полной проэволюционируем его. Отлично. Блин, сколько вас тут еще? Все, что ли, да? Ура! Быстренько справились, так кормим, кормим. Потом посмотрим, что изменилось. Что-то звук отстает немножко. Значит, что у нас появилось на 20 уровне? По сути, вот здесь такая коричневая полоса и вдоль спины фиолетовая. То есть, как видите, вот на этих чешуйках у него, вот на этих пластинах. И здесь вот как у Дзангозавра на 20 уровне появились по бокам зеленые полосы. Ну и разделение цвета пошло так же, как у Дзангозавра. Вот снизу такой вот сероватый, бледно-зеленый такой, ну а сверху болотный такой зеленый. Так, ну давайте дальше его, что ли, эволюционировать.
Вот это я люблю, когда с первого раза вообще. Он редкий, но при этом его характеристика мне нравится. Слабенький он такой, конечно, для редкого получается. Это мне очень нравится, да. Так, вначале покормим, потом посмотрим, что там появилось. На 30 уровне. Так, значит, здесь все также осталось бледным, здесь вот этот болотный, и у нас вот эти полоски стали окаймляться желтым цветом, чтобы еще их больше выделить. И я так понимаю, они еще их вроде тут не было. А нет, они были вдоль хвоста, да, все правильно. Вот на голове тут все уже четко граница, где какой цвет. А значит, вот этот панцирь, грубо говоря, я его буду так называть, он у нас почти весь уже фиолетовый, то только по краям какие-то вот красные полосочки остались еще от первоначального окраса вот от этого, точнее даже вот от этого. Блин, ну короче, его даже чуть красным сделали, затемнили, и остальное все фиолетовым у нас стало. И вот смотрите, по характеристике, значит, у него атака меньше, чем у Шонозавра на 40 уровне, а при этом здоровье уже чуть больше даже, чем, или точно такое же, как у Шонозавра. То есть, пипец, здоровьем он уже как бы нормально так выходит, а вот чуть-чуть атака подводит его. Так, ну давайте до 40 уровня прокачаем. Раз уж начали. Давай, не подводи меня. Так, это мне что-то уже интересно, что же тут появилось. Ух ты, не, ну ничего себе! Горный баран какой-то у нас, посмотрите тут. Офигеть. Ну, значит, окрас я вообще не понимаю. Тот же самый, по сути, ну, вот эти все полосочки на том же месте. Снизу такой же бледный цвет, бледно-серый, что ли, какой-то, я не знаю, дальтоник, видимо. Вот, а сверху, где было зеленым, стало синим. Полоски окаймляются, они стали фиолетовым, сиреневыми такие, окаймляются уже белым цветом. Где-то вот проблескивают зеленые какие-то пятнышки, вот как здесь, вот как видите. А, значит, вот, про что я и говорил, то есть здесь осталось все фиолетовым, а по бокам как изначальный цвет, то есть, ну, такой коричневатый такой. Я так понимаю, новый ряд шипов добавился, да? Нет, все, они также были, их просто в размере увеличили, то есть... Да, все верно. То есть просто они стали больше, вот эти спины, они стали похожими на пластины тадзенгозавра. Это как бы шипы, там были пластины немного разные, костные пластины, да, но здесь все равно напоминает его, напоминание о предках, грубо говоря. Не забывай свои корни, помни, да, вот здесь эту полосочку я раньше не видел. Вот этот тагомайзер у него на конце хвоста, как у тадзенгозавра, или чуть-чуть отличается. Три вертикально вверх, и тут... Внутри вертикальный, грубо говоря, два направлены в сторону, вот так, под углом острым, а другие направлены назад. И
перехитрить еще чуть-чуть немного, как, ну, чтобы со всех сторон отразить нападение, грубо говоря, если вот просто махнуть хвостом, куда тогда попадешь. Значит, на конце морды вот эти два, они стали больше? Ну да, они стали больше, почти раза в два. Вот эти два тоже стали крупнее. Один тупой, а другие с острым углом. Не знаю, конечно, как это помогало ему защитить. И вот эти зачем-то... Два рога, как у барана, стали загнуты назад. Не знаю. Вот если рыть ими, допустим, ну, образно говоря, если придумать, что это не просто сделано для публики, а что вот если бы он вот такой существовал, и как бы они ему пригодились? По сути, никак. Просто что-то болтается тут на шее и мешает... В принципе, очень красиво, мне понравилось. Сейчас давайте его покормим. Это был новый гибрид у нас, который добавлен сравнительно недавно вместе с Анхапристисом и прочим. Видите, да, челюсть входит сильно. Недавно сравнительно добавлен вместе с Горгазухом первые... гибрид, который делается из эксклюзивного животного. То есть он вообще мощняцкий, мощнее всех, которых есть пока что. Я так понимаю, сейчас они будут уже переходить, забыли про, допустим, про легендарных, редких и что-то такое. Сейчас они будут уже делать гибридов из эксклюзивных животных, и это будет довольно-таки интересно. К сожалению, у меня их всех нету. Возможно, кого-то либо придется подождать, либо пока не посмотрим, пока не появится, грубо говоря. Так, ну характеристика, значит, здоровье 2328, то есть он уже крупнее, чем у шинозавра, которого мы сегодня видели. А атака, ну, чуть-чуть больше, чем у шинозавра, то есть он, и это при этом, что он редкое. То есть он редкий гибрид и при этом имеет такую характеристику. Я считаю, что это неплохое вложение, то есть если у вас есть возможность его делать, то создавайте, не пожалеете. До 60-го или 65-го уровня, думаю, он еще может как-то пригодиться. Там выше уже идут очень сложные враги. Тут высокого, ну, такие все уже по 40-му уровню, у всех уже всякие там остапозавры, короче, ну, сильные животные. И он уже вам не поможет. Вот, ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось, животное тоже. Пишите мнение по поводу животного в комментариях. С вами был Dark Sidious, всем всего хорошего, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, всем прекрасного настроения, до скорых встреч и всем пока!